Ну а если ты подпишешься и поставишь лайк, то тогда тебе выпадет новый легендарный боец в игре Brawl Stars. А сейчас реклама. Давайте поможем этому каналу и подпишемся все дружненько. Ссылочка на него будет в описании. Ребята, всем привет! Вы на канале Denplay, и сегодня будет кое-что необычное. Сегодня мы с вами на заброшенном аккаунте, потому что я его создал очень давно. Он назывался Путь Шелли, но я его переименовал на Ден. Короче, даже пруфы скажу, сейчас входящие. Подожди, личное. Вот, 90 дней назад я получил волшебника Барли. 90 дней назад, это дофига, это 3 месяца почти назад там. Или 2 месяца, короче, пофиг. Основная, короче, сегодня суть видеоролика. Мы с вами не можем выполнять квесты, потому что нужно апнуть 300 кубков. Я это сегодня сделал, и у меня на данный момент вот Булл закрытый, и есть вот такая вот фигня с названием квесты. Я серьезно ни разу еще не открывал квесты в пути к славе. Вот серьезно, очень хочется попробовать, что это или что это вообще такое. Кстати, это Путь Шелли типа был, короче, я его, ну, хотел, короче, ну, думаю, блин, кому будет интересно, у Холдика офигенная была, офигенный проект был. Ну, короче, не стал я повторять за ним, блин, потому что донатить нужно сюда, это фиг будет, буду я донатить сюда. Короче, ребята, неважно совсем, что планировалось давно, еще давно, важно, что будет сегодня. А мы это узнаем уже после топ-комментов. Поехали! Так, забираем 25 очков на кого? А давай на Шелли. Нам не хватает немножко для Шелли. И сейчас мы забираем Була. Но это не важно, я на нем играть... А не, буду. Подожди. Так, быка забираем. Быка забираем. Так, и самое главное. Я хочу даже скриншотик сделать. Ну, короче, пойдет, короче. Давайте заберем это. Я ни разу не забирал в своей жизни, и я даже не знаю, что будет. Нас перебросит куда-то или что будет. Или просто заберем такие-то и все, блин, открылись квесты у нас. Давайте, ребята. Опа, я нажал. И нас перебрасывают в квесты. Вау, мне на секунду показалось, что там абсолютно было пусто. Или это так и было, подожди. И, ребята, у нас то... Вот просто, это ужас, просто, ну посмотри на это. Это, ребята, вот скажу честно, мне, я знал эту мысль, но... Короче, ребята, объясню вам сразу, я знал эту фигню, но мне было лень создавать аккаунт какой-то там левый, если честно. Но это очень круто, я думал, что там пару квестов будет и все, а тут так дофига. Вот ссылочка на того человека, который мне это подсказал, будет в описании. Просто напишите ему там «Спасибо за идею». Короче, ссылочка на него будет в описании. На того человека, который мне это посоветовал или просто показал как бы эту фичу. Ну это серьезно, посмотри. Выиграй 6 раз бойцом Эль Прима. Выиграй 6 раз бойцом Эль Прима. Выиграй еще 6 раз бойцом Эль Прима. И выиграй 10 бойцов Эль Прима. Ребята, я вас не буду мучить. И чтобы вы смотрели, как я буду выполнять эти квесты. Посмотри, просто, это жесть. О, вау. На Барли тупо одинаковые квесты. Это жестко. Нам в сумме дадут 200 этих очков. За Эль Прима я просто в шоке. Ну, ты гля. Просто одинаковые квесты. Нам за них дадут, блин, дофига. Короче, ребята, это просто очень круто. Короче, ладно, не буду уже. Я, короче, ребята, сейчас выполню эти все квесты, которые я могу выполнить, ну, не учитывая Бравл Пасс, потому что покупать я его здесь не буду, потому что это аккаунт без доната. Ладно, шучу, ребята. У меня здесь награды еще есть, это представляешь, до какого мы пройдем сейчас? Это ж дофига будет. Откроем на абсолютно, можно сказать, нулевом аккаунте. Нулевый аккаунт. Здесь нету даже Поко, моего любимого. Ну, серьезно, много мемов с Поко. Ну, короче, ребята, будет сейчас очень круто. Надеюсь, выбьем пару бойцов. Для вас это
1 миллисекунда про... Вау, вау, вау! Я даже этого забыл это, короче, сделать. Можем забрать скин Король Варваров Бул. А что бы это ни сделать, давайте, что бы этого ни сделать, давай заберем подарочек от разработчиков наших любимых. Король Варваров Бул. Так, у нас тут Сэнди продается, но это понятно. Так, что здесь у нас? А, боксы я не могу, потому что я здесь не играю, еще раз говорю. Так, мы можем активировать, но, блин, донатить я сюда не хочу. Хотя, блин, это было бы очень круто, но, к сожалению, нет. Давайте, ребята, все квесты я сейчас пойду выполню. За Эль Прима, ребята, это просто будет что-то жесткое, я офигею просто. Это будет очень-очень круто. Ну что же, ребята, давайте, для вас это 1 секунда, как я уже говорил, а для меня это не знаю сколько времени, сколько я буду проходить эти все абсолютно квесты. А фиг знает, наверное, дофига, если честно. Где-то, наверное, часик-полтора уйдет. Ладно, придется попотеть. Ну, чтобы сделать контент, нужно попотеть. Ладно, ребят, давайте. Пау. Эти квесты, наконец-то, если честно, уже надоело, если честно, выполнять. Но у меня есть немало наград. Квесты, вот, я все выполнил. Остались только с бравл-пассами, но, блин, я не буду покупать это. Это просто трата. Короче, ребята, давайте сейчас заберем нового бравлера Джесси. Джесси. И то, также здесь ящичек есть. Давайте. 25 на розу давайте заберем. Так, давай. Бесплатный ящик. Давайте заберем. Дайте я потише сделаю. О, ничего нам не выпало, к сожалению. Давайте Джесси забираем. Джесси есть. Путь к славе. Так, 4-й боец. Так, а подожди, у меня квесты не появились? Слава богу. Я вот сомневался, думал, что мне появятся квесты за Джесси. Но, к счастью, не появились. Так, запираем еще 25 очков на Джесси, давайте. И, кстати, ребята, я говорил вам то, что буду уже на следующий день записывать видосик. Но на самом деле, ребята, я вот в 11:30 записываю видос. Круто. Давайте заберем биг бокс. 51 монетка. А прикиньте, сейчас выпадет легендарка, и я заору на весь дом, на всю квартиру, и... Ну, короче, мне хана. Так, давайте. Так, кто у меня в друзьях? Да идите вы все. Так, да давай... Давайте, быстрее вы, уходите отсюда. Так, давайте, ребята, теперь открывать наш с вами Бравл Пасс. Немало наград, на самом деле. Много ящиков. Возможно, нам что-то выпадет сегодня. Так, давайте, маленький ящичек. Так, ничего нам не выпало, давайте Big Box. 45 монеток, ничего у нас нету. 10 гемасов забираем. Ничего, к сожалению, тоже нету. А прикиньте, сейчас ничего не выпадет такой, и просто зря такой себе потратил кучу времени. Да, ребята, моргает. Ты видишь это? Моргает, круто. Пенни выпало. Круто. Круто. Не круто, а круто, серьезно. Пенни. Неплохо. Но это мало, этого мало. Я хочу большего, я хочу много наград. Ничего нету. Но это круто. Но на самом деле не круто то, что я потратил, блин, на это 2 часа. Вот это вот совсем не круто, на самом деле. Так, давайте, ребята, откроем мега ящик. На самом деле, я надеюсь, что-то нам выпадет. Давайте. 5 предметов. Спасибо. Ничего нам не выпало, к сожалению. Давайте на БК потратим. Есть, здесь что-то есть, да. Круто, моргает. Ну что же, вы готовы, ребята? Да. Поко, мне выпал Поко. Сейчас буду орать на всю квартиру. Поко, мне выпал Поко. Ура, я так рад. У нас еще есть большой ящик. Точнее, еще мегаящик есть. 20 гемов забираем. Так, есть Big Box. Ну почему ты зависаешь, а? Наконец-то.
Ничего здесь нету. Маленькие забираем, давай. Быстрее, так. Еще у нас есть пару наград. Давайте, давайте, давайте. Монетки. Мега ящик, пожалуйста, 6 предметов. 6 предметов, 6 предметов, ура! Вау, а если это эпик, прикинь? Вау, вау, я буду в шоке. Давайте. Так, так. Кольт. Роза. Эль Прима. Пока. Кстати, на Поку хороший знак. Я очень люблю Поку. Ладно, шучу. Давайте, ребята. Так, раз, два, три. Рика! Ну, блин, я хотел эпика. Ну, хотя бы Рика. Так, давайте, давайте, давайте пролистываем. И остается последний ящик. Так. Здесь ничего нету, к сожалению. Так. Ну, нам с вами выпало немало, если честно, бойцов. Ну, всего лишь-то 3 бойца, ну как бы... Ну, как бы это неплохо. Пенни. Пенни. Мы можем ее прокачать. Так, у нас есть еще Покич. И Джесси. Давайте всех прокачаем. Так, есть. Есть. Давайте всех прокачаю сейчас, потому что я даже их не прокачивал. Я на первой силе играл, представляете? Быка. Есть, есть, есть. Вау, у меня уже глюки начинаются с этими звуками прокачки. Так, 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 есть. Все, мы всех с вами прокачали, которые только у меня есть. Ну, вот такой вот был, ребята, видос. На самом деле, блин, я хотел выбить хотя бы эпика. Но так получилось. Надеюсь, вам понравилось это видео. И самый главный прикол в том, что мы выполняли с вами квесты. Блин, по 3 квеста одинаковых, за которых дают, блин, по 250. Короче, ребята, вот такой вот был фан-видеоролик. Не знаю, как фан, но, короче... Не связан с пушем, не связан с моим основным аккаунтом. Надеюсь, вам понравилось, вы поставили лайк и подписались, конечно же, потому что я старался и тратил свое время на эту игру. На Бравл Пасс, на абсолютно ненужном мне аккаунте, на котором 700, кстати, кубков. Не знаю, если здесь выпадет легендарка, возможно, разыграю. А точнее, даже если здесь выпадет в скором времени какая-то там легендарка, то я точно разыграю этот аккаунт. Короче, ребята, ну а с вами был Денплей. Ну да, нету смысла просто разыгрывать такой аккаунт, это бомж-аккаунт. Никто не хочет его, на самом деле, я думаю. Знаешь, надеюсь, никто не хочет. Ладно, ребята, ну а с вами был Денплей. До новых встреч, всем удачи и всем пока.